Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Новый день. Новая я. Идеально. Когда повстречала владыку, я заполучила силы, позволяющие бороться с судьбой. Ухватись за тонкие нити истины, что сокрыты в тенях этого мира. Ухватиться за истину. Владыка, клянусь, что одержу победу. Доброе утро, Бетта. И тебе утречко, Эпсилон. То ли воображение разыгралось, то ли владыка все чаще и чаще бросает взгляд на меня. И чаще всего его пылкий взгляд попадает именно сюда. Но не могли бы вы порекомендовать некоторые предметы одежды? Если ты про вечерние платья, то мы тебе их уже заказали. Нет, я не про это. Я хочу, ну знаешь, кое-что повседневное, обыденное такое. Какой-то подарок другу? Ну, не подарок, но это не для меня, так что... Кажется, я догадываюсь, что вам подойдет. Это же... Женское нижнее белье. Это называется стринги. Стринги? Кажется, там знатно ткани сэкономили. Да сквозь них же все видно. Понимаю, но подобное очень по вкусу мужчинам. Мужчинам? Алексия, только не говори мне! Айрис, я... Это очень подчеркнет мои ягодицы. Нет, так не пойдет. Она убрала руки от трусов. Айрис, я... Уверена, что это подчеркнет мои... Ты это уже говорила! Если они вам нравятся, то можете примерить. С удовольствием. Что? Не смей! Не снимай! Алексия! Взгляни. Нужно снять обувь, сложить одежду. Приятно на ощупь. Ну как они тебе? Алексия! Да они же вообще прозрачные! Нормальные они. Ничего не нормальные. Через них же видно. И не надейся, ты их не купишь. Я тебе не позволю. И не передумаешь. И думать об этом забудь. Я тебя поняла. Но, Айрис... Алексия... Айрис, я отказываюсь поддаваться твоему влиянию. Я хочу прислушиваться к словам тех, кто ценит меня, несмотря на мою ничтожность. Но ведь это... Если ты не позволишь мне купить стринги, Айрис, я уступлю. Я очень хочу надеть стринги, чтобы завоевать его. И пусть мое желание надеть их так сильно, но я уступлю тебе. Ответь же мне, Айрис. Действительно ли они заслуживают твоего непоколебимого отказа? Айрис? Я не так уж и непоколебимо отказала. Что ж, тогда я беру их. Ты спас мою жизнь. Так что мое сердце достанется тебе. И тогда я почувствовала длань судьбы. Мой Сид, ты тот самый. Угу. Приверженцы этой веры поклоняются священным заповедям богини Беатрис. Говорят, что когда богиня наделила героев из легенд силами, они разбогатели и взяли себе в жены принцесс великих королевств. Ну давай обеспечим нам счастливое будущее. Любовь, счастье, совместное будущее. Какое же клише. Хочет обратить меня в свою религию. Ага. Мне нужно личное пространство. Всячески уклоняясь от нападок этой набожной девушки, я и провел эти два дня. Я дракон. Ромео да Джульетта, подзолушка. Малиновая шапочка, звездные войнушки, Ван Прис, дракон болен, восхождение в те... Фиг разберешь. Какой же вопиющий плагиат. Это точно не совпадение. Неужели кто-то так же, как и я? Что ж, надо убедиться.
Как идут дела? Жаловаться не на что. Вот так я и заработала себе имя. И все благодаря вашей мудрости, мой господин. Сначала Гамма, а теперь и она. Бета говорила, что любит книги. Вот я с ней поделился историями. Она могла бы ими вдохновиться и придумать что-то новое. Так я думал на тот момент. Не ожидал, что она сплагиатит все подчистую. Вот, держите. Внутри расписаны детали миссии. Бета, как же ты упала в моих глазах. Что ж, меньшего я и не ожидал от тебя, Эпсилон. Это честь для меня. Я получил письмо Альфы. Хочу сказать, миссия... Да. Как проходит миссия? Палач культа устранил нашу цель. Мы разобрались с шестерками, но сам палач скрылся. Палач? Ого. Так что действуем согласно плану Б. Ого. Очень хорошо. Но ты ведь понимаешь, что это значит? Мы готовы к последствиям. А я буду следовать своим планам. Не подведите. Поняла. Эпсилон такая самовлюбленная. Столько слизи себе на грудь налепила. Hello?